И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Quake Champions. Это, собственно, второй уже выпуск. Не знаю, понравился вам первый выпуск или нет, снимаю их подряд, сразу же вас предупреждаю. Разобрался. Тут как бы ничего сложного не было, надо было просто зайти в стор, и я понял, как покупать персонажа. Но как-то на один день всего лишь за вот эти вот фаворы, я не знаю, как, ну, короче, за стандартную валюту шарды нужны для покупки скинов, а платинум нужна для покупки, собственно, самих персонажей и лутбоксов хороших. Ну, давайте, раз уж у меня бабки есть и на один день персонажа я не хочу его тратить, давайте купим говно. А заодно разберемся, как это все у нас тут покупается. Так, ага, вот, пайжа надо нажать, вот я лупа трясина. Так, один купил. Ой. Old boxes. Он бэкпак. Как он открылся жестко. Иконка. Ну ладно, окей. Окей. Здесь, походу, всякий такой шлакохлам, да? Так, иконка. Иконка. А куда эта иконка ставится там? Угу. Медаль. Экс. О, здесь, наверное. Вот на иконка. О, кстати, иконка-то квейка второго. А это квейка третьего. Да. Это здорово. Квейк 2. Это здорово. Я даже счастлив, что именно эта иконка мне попалась. Отлично. Хотя ID Software тоже было бы неплохо. Ладно, неплохо. Погнали. С такой иконочкой мы должны тащить. Чтобы кастомизация сработала, та, которая у меня куплена, мне нужно будет, понятное дело, купить персонажа. Как я уже сказал, покупаются всякие вот эти вот сеты за шарды. Вот они. Также можно будет все это говно перекрашивать и все в таком духе. Ну да, и фиг с ним. Ну где ты уже? Так, а если так? Иван discard the church. Да не хочу я ничего сохранять. Иди ты в баню. Discard. А, да. Надо было нажать да, я отменяю. Ну, бывает у меня такое. Казалось бы, очевидное и в то же время не для меня. Sacrifice. Сохранение. Интересно. Контроль точки, если просто говоря. А это открывается с третьего левела. Дуэль. Дуэль? Нет, дуэль-то мне не надо. Я играю как лошара, и дуэль мне не нужна. Так, погнали, погнали. Вот, теперь у меня, видите, иконочка, все хорошо. Quake 2, второй левел, все как положено. Фух, давайте посмотрим, что у нас здесь есть, за которые я бабки получу. 10 ассистов нужно сделать. А, активная обилка убить. А, с активной обилкой троих убить. Типа пятерых подряд убить, что-то типа того. Ну, честно, я не понял. Что за фигня? Ну, ладно. Посмотрим. Пока что единственное... Brotherhood, собственно, что я могу выполнить, это именно вот это. Кстати, судя по вот этим вот значкам, здесь довольно-таки неплохой задел на будущее. К примеру, здесь, я думаю, можно будет смотреть стримы, видосы разные и так далее. Ну, это логично. Здесь типа социалка, типа клан будет. Здесь, наверное, задание. Я думаю, вот это вот все не туда перенесут, а может не только это. Чемпионс. Ну, типа я выбрать все равно никого не могу. Такие вот дела. Так, походу вот это надо будет гадость сохранить, да? Дефить. Ну, кстати, картинка-то не статичная. Типа, картинка статичная, просто поверх нее сделаны вот это вот партиклы. Я надеюсь, я их правильно обзываю.
Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что, как, где. Кстати, надо было, наверное, перед запуском посмотреть, как звук вообще в игре настроен. Ладно, пофигу, две серии будет. Если что, тогда две серии будут фейловые. Ну, хотя вроде звук должен быть нормальный. Я только единственное думаю, что он, как вариант, может быть тише. Вряд ли будет слишком громко. Ладно, ну давай, грузись уже. Сколько ты грузишься? Ты минут уже грузишься. Давай. И загружайся. Да. Грузится, грузится игра. Ну, кстати, зато вы можете в реальном времени посмотреть, как это грузится игрушечка. То есть, как долго эта игра грузится. А, кстати, сейчас еще прогрузка карты же будет. Мне вначале будет еще лагать в натуре. О, прикольно, все разные. Я тип могу выбрать чемпиона. Отлично. Иди сюда! Да ладно, я тебе в упор нажал. Вот это я промазал, называется. Fucking shit. Так, давай, прогрузка территории, ёпта. А, зеленая, это бронька, точно, бронька, лошара. Я сейчас только что на значок посмотрел, это броня. Это долбанная сраная броня. Ну, как я до этого раньше-то не додумался. Так у нас есть все пушки. Ёб твою ж налево. Так это было только начало. Все, я был топовый хоть раз в жизни. Давай, 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 карточка, прогружайся, прогружайся, родненькая. Прогружайся, fucking shit. Пошел ты в жопу. Насраная игра. Ненавижу. Мне надо все карты прогрузить сначала, чтобы они все текстуры загрузились. Так, понятно. Захват точек. Стандартный, мать его, захват точек. Фраг, ёпта, зацепил чувака, называется. Вроде слегонца охватило его. Вау! Да наша точка, вот я лоша. Твою мать, да пошел ты, пошел ты! Оу, fucking shit. Да. Soul spawned. Ну хотя бы раз попал. С такого-то зажима уж. Позорно было бы ни разу не попасть. Сраная прогрузка карты. О, fucking, твою мать, патроны не вовремя закончились. Я его, это была ловушка, я его заводил на своих союзников. Не на того нарвался, называется. Как говорится, мало того, что играю как лошара, так еще и играю против умеющих играть.
15 seconds. Хилочка. Soul spawned. А это куда? Ой, ёпта. Куда это пахнулся? Оу. Какая классная штука, выжить будет еще. Attack point B. Да ладно. Ну что такое? Здесь как-то по-другому работает система. Гранатомет называется. Она как-то по-другому работает. Она совершенно не так, как раньше работает. Совершенно не так, как раньше она работает. И это мне пока что непонятно. Как? Было бы здорово, если бы я бы понял бы. Но что-то как-то у меня нет на это времени понимать. Enemy has the quad. Fuck. Defend point A. Enemy has the soul. А что это надо делать-то, а, хоть? Хоть кто-нибудь что-нибудь подскажет? Attack point B. Типа так и нужно делать? Окей. Я хотя бы понял. Либо это было совпадение, либо это и нужно делать. Чем-то напоминает старую карту. Soul spawned. Attack point B. Power up spawn in 15 seconds. Отлично, я хоть разобрался, что мне нужно делать. В смысле, единственное, что я могу, это как днище вот так стоять и стрелять. Ну, нашим хотя бы помогает на том хорошо. Блин, да как так, да? Надо, получается, с навеса, что ли, бить? Ну, в смысле, с запасом. Фак. Я на втором месте с какого-то перепоя. Ну ладно. Что-то пошло не так. Ой, что это было сейчас такое? О, кр!
круто! Понеслась жара! Сраная пила, как давно я тебя не видел! О, да, давай! Fucking shit! Как давно я этого не ощущал! Fuck! Это было круто! Так, я хочу еще раз. Да пошли вы в жопу со своей пушкой! Где мое оружие? Черт. Побери. Австралия. Я не понял, что нужно было делать вообще. Практически 90% этого матча. Next round start, окей. Soul spawns in 15 seconds. А, это пристрелка пока что еще. Даже попал. Надо с ней пробовать пристрелиться. А, нет, это была не пристрелка! Ёпта! Мне вот эта вот полоса оружия справа, чё-то как это... смутило. Да пошёл ты! Он хоть и на меня за спину зашёл. А, отлично. Вот оно мое оружие! Хоп-хоп-хоп! Yes! Пошла жара! Давай, come on! Я со своей пушечкой! Оу, oh, yeah! Хоп-хоп-хоп! Да пошли вы в очко! Да, fucking shit! Давай! Попробуй, убей меня! Скотина! Убил меня! Видали, что я могу? Черт убери, это круто! А какого фига он там так светился же здорово? Ладно. Надо еще разобраться, что у меня за это говно оружие. Чем моя обилочка? Ага, ясно. Такс. Попал, ауешим, ауешим, бабэнкс, отлично. Я даже не сомневался, что вместо этого говна убил. Шансы были все 100%. Есть. Чёрт, фак, чистый фраг. Ну, схопи, твою мать. Оу, щит. Я тебя даже не заметил. Фак. Играем нечестно. Сразу же идем в ва-банк. Ничего понять не могу.
You lose. Ничего понять не могу, если честно, если вы разобрались, то пишите в комментариях. Я ни черта не понял, какого фига написано, атакуйте Б, атаковали Б, фараза, атаковали, атаковали, а толку было ноль. Короче, пишите в комментариях, что нужно было здесь делать. Пока что я понял одно. Гранатомет штука хорошая, но с нее нужно учиться стрелять, потому что АУЕ у нее совершенно другой. У нее намного меньше, нежели было раньше. Ну и раньше вообще можно было себя взорвать, если хорошо постараться. Здесь что-то такого нету. А жаль, зря, жаль, жаль, зря. Жраль. Вот это я хотел сначала сказать. Ну и, конечно же, прикольная... О, прикольно. Что у меня тут дали? Вот это вот. С руки просто к чертям собачьим завалил с руки. Пятерых. Да. Вот это я понимаю здорово. Ну, лучше оружие, это понятное дело. И так далее. Ну, ладно, в общем, такие вот делишки. О, я что-то даже выполнил, что ли. Потому что стало меньше. Все, народ, на этом все. Пишите свое мнение об игре, об моей игре и в целом, что думаете в комментариях, пишите советы и пишите вообще, что здесь нужно было делать, черт побери. И если вы знаете, как добыть шарды, платинум, все это дело пишите. Ну, вы же смотрите ютуберов, я не смотрю. Все на это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.